Science. Всем привет! Однажды, просматривая видосики на YouTube, наткнулся на шикарное видео по изготовлению самодельных тисков от одного американского мастера. Там автор канала Джейсон показывал процесс изготовления самодельных поворотных тисков из доступных материалов, таких как профильная труба, листовой металл и обыкновенная дюймовая, как в США, или метрическая, как у нас, резьбовая шпилька с треугольным профилем. В результате чего у него получилось изготовить настолько крутые и мощные тиски, что по всем параметрам они превосходят большинство заводских аналогов. Кому интересно, видео с тестами его тисков вы можете найти у него на канале. Конструкция его тисков мне безумно понравилась, и я решил во что бы то ни стало ее повторить. Но прежде необходимо было решить несколько задач. В своей работе Джейсон использовал толстостенные дюймовые профильные трубы прямоугольной формы. Необходимо было подобрать профильные трубы таким образом, чтобы одна заходила в другую с минимальным зазором. Найти такие на наших металлобазах практически нереально. В большинстве случаев профильно-трубный прокат на базах имеет толщину стенки не более 4 мм, и одна профильная труба никогда не заходит в другую плотно и болтается как проруби. Перебрав различные варианты изготовления и изучив имеющийся у меня в наличии металл, приступил к разработке 3D-модели. Хоть идея такой конструкции тисков была полностью взята у Джейсона, но вот всю конструкцию и размеры мне пришлось прорабатывать заново и подгонять под те материалы, которые доступны у нас в продаже. Итак, для изготовления тисков я буду использовать следующие материалы. Металл толщиной 10 мм, в моем случае полоса, которую я взял из своих запасов металлолома. Ширина не имеет значения, потому как если вдруг кто-то решит повторить конструкцию данных тисков, лучше всего будет сразу использовать цельный лист металла толщиной 10 мм. Мне же хотелось найти применение именно этой полосе, не пропадать же добру. 75-й уголок со стенкой 7 мм из той же кучи, изготовлен еще во времена СССР. Ссылку на продавца оставить не смогу, он распался. Несмотря на его ржавое состояние, уголок оказался идеально ровный, чему, к сожалению, не может похвастаться большая часть современного углового проката. Профильная труба 60 на 60 с толщиной стенки 4 мм. При наличии советую выбирать профильную трубу с максимальной толщиной стенки, которую получится найти. Кусок трубы с наружным диаметром 42 мм и стенкой не менее 3. 16-й кругляк. Шпилька М20 максимального класса прочности, который получится найти. Три гайки обычные и одна удлиненная. Именно на нее будет идти вся основная нагрузка. Очень важно, хочу отметить, необходимо использовать именно удлиненную гайку, потому как идеально состыковать и сварить вместе несколько обычных гаек может оказаться крайне проблематично, о чем в своем видео очень понятно сказал Женя Матвеев. Если у вас есть определенная резьба и три гайки к ней, но нету метчика, можете даже не вставать с дивана и не думать начинать, поскольку я, если честно, заебался эти гайки центровать, потому что при сваривании их сразу выворачивает, и потом без метчика резьбу в них закрутить вообще нереально. Пришлось все это дело править, и только после этого тиски стали правильно работать. Также понадобятся две шайбы и один упорный подшипник. Лучше всего использовать закрытого типа, как в моем случае. Имеет номер 108804
и используется в поворотных кулаках советского Bentley или Волги, как кому больше нравится. Шпильку, кстати, можно использовать и больших диаметров, например, М22 или М24, но только в том случае, если вам удастся найти для нее удлиненную гайку. А в противном случае... можете даже не вставать с дивана и не думать начинать. Ну и последнее, что понадобится, это полоса 4х20. Когда необходимый металл подобран, можно приступать к работе. Изготовление деталей своих тисков Джейсон производил на крутом, высокоточном и невероятно дорогом оборудовании и аппаратах гидроабразивной резки. Поскольку ни у меня, ни у большинства моих зрителей нет доступа к такому серьезному станочному парку, я решил разработать техпроцесс изготовления таким образом, чтобы каждый, имея базовый набор таких инструментов, как сварка и болгарка, смог бы и себе собрать такие шикарные тиски. Итак, приступим. Поскольку металл я использую не первой свежести, для начала привожу его в чувство с помощью болгарки. С помощью разметочного штангенциркуля размечаю полосу на заготовке. Кому нужно, ссылку на разметочный штанг я наставлю в описании под видео. Нарезаю на заготовке. Под сварку с обеих сторон делаю фаски под 45 градусов. Для тех, кто не видел, видео с изготовлением сварочной тележки есть на канале. Металл толстый, параметры полуавтомата ставлю на максимум. Делаю прихватки. Как показала практика, чтобы детали не повело, варить каждую сторону лучше в два прохода. То есть сначала с обеих сторон проваривается корень шва, а после делается финальная заполняющая проварка. При таком методе сварки любые корабления получаются минимальны. Когда все заготовки проварены, шлифую сварные швы. Снимаю размеры с 3D-модели, по ним строю чертежи в программе Compass. Распечатываю в масштабе 1:1 и очень аккуратно вырезаю. Вырезать шаблон ножницами было лень. Для выполнения этой задачи решил задействовать ЧПУ-станок, который я собирал в одном из прошлых видео. Лазерный луч позволяет выполнить эту операцию с максимальной точностью. Обезжириваю поверхность и наклеиваю шаблон. Для перестраховки очерчиваю контур, проделываю эту операцию с остальными деталями. После чего, вооружившись болгаркой, приступаю к раскрою. Места, куда болгарка подлезть не в состоянии, высверливаю. Конечную форму придаю напильникам. Как говорится, напильники трут, все перетрут. Процесс это не быстрый, но тем не менее он позволяет добиться отличного результата. Люблю, чтобы все было точно. Подгонку произвожу до десятых долей миллиметра. И чтобы все кромки заготовок были строго перпендикулярны плоскости. Профильная труба 60 на 60. Отмеряю отрезок необходимой длины, в моем случае это 400 мм. От ее длины напрямую будет зависеть максимальный рабочий ход тисков. Наношу разметку и отрезаю.
Уголок торцую, после нарезаю на заготовки. Как сказал бы добрый мастер Михаил, с чистым металлом работать всегда приятней, и в этом я с ним полностью согласен. Для удаления старой краски, окалины и ржавчины с металла нет ничего лучше, чем коралловый диск. Он очищает поверхность очень деликатно и при этом не затрагивает сам металл. Про этот диск я уже рассказывал в видео о изготовлении сварочной тележки. Как оказалось, некоторые даже и не знали о его существовании, а купив и опробуя его, остались очень довольны. Данные круги я покупал на AliExpress, кому интересно, ссылку на них оставлю в описании. Из листа металла толщиной 3 мм вырезаю две полосы. Они будут служить дополнительным усилением профильной трубы, а также формировать необходимый зазор между двух уголков. Далее вы поймете, что я имел в виду. Делаю разметку под отверстие. Кстати, кому интересно, сверла я использую китайские, но не обычные, а с добавлением кобальта. Они отлично сверлят не только черный металл, но и нержавейку. Кому нужно, ссылку на такой наборчик оставлю в описании. Привариваю накладки к профильной трубе посредством электрозаклепок. После дополнительно провариваю с торцов. Места сварки шлифую. Поскольку профильную трубу необходимых размеров найти не удалось, ее я буду делать из двух 75-х уголков. Совместив их таким образом, получаем профиль прямоугольной формы, который практически идеально повторяет форму нашей профтрубы, усиленной с двух сторон. Когда уголки подогнаны, делаю фаски для качественного провара. В качестве подкладок для выставления зазора сначала решил использовать тонкую жесть от баллончиков, но это оказалась очень плохая идея. Во время сварки уголки намертво зажали профильную трубу, и извлечь ее без разрезания сварных швов оказалось невозможно. Правильно сварить и выставить необходимые зазоры мне удалось только с третьего раза. Для выставления зазоров лучше всего оказалось использовать обычный лист бумаги А4, сложенный в 4 слоя и подложенный вокруг профильной трубы с 4 сторон. Чтобы избежать сильной утяжки, сначала делаю прихватки, а после в разнобой провариваю небольшими отрезками. Прикладываю боковину и отмечаю часть, которую нужно удалить. Ну а теперь самое время заняться изготовлением поворотной части тисков. На YouTube есть тысячи видео о изготовлении самодельных тисков, и лишь единицы из них показывают, как сделать действительно стоящие поворотные тиски. Наверное, потому что это сложно. Мне же безумно понравилась конструкция поворотного узла тисков Джейсона, и я решил ее повторить. Изготовление поворотного узла своих тисков Джейсон производил на станке гидроабразивной резки. У меня, как и у большинства моих зрителей, доступа к такому серьезному оборудованию просто нет. Поэтому я решил найти более доступный способ с использованием простых инструментов, и у меня это получилось. Итак, в заготовке основания нахожу центр, кирню и делаю отверстие.
после чего вписываю окружность. Лишний металл срезаю с помощью болгарки. Шлифую углы и придаю форму круга. Для получения идеальной окружности из всевозможных обрезков металла на скорую руку собрал вот такое приспособление для болгарки. Беру блин и забиваю туда болт в качестве оси. Устанавливаю на подставку и подвожу шлифовальный круг до касания. Какого-то механизма для фиксации я не делал, фиксирую на прихватку. Запускаю болгарку и медленным вращением произвожу шлифовку. Для сравнения, так выглядит боковая поверхность заготовки до и после такой обработки. Бонусом мы также получаем прикольную фигурку, напоминающую небоскреб Бурдж-Халифа. Следующим этапом торцы блинов необходимо сточить под конус. Для этого пришлось немного модернизировать данное приспособление и установить болгарку под углом 45 градусов. По мере стачивания металла я срезал фиксирующие прихватки и постепенно пододвигал шлифовальный круг болгарки все ближе к заготовке. Позже оказалось, что данное приспособление снабжено скрытой функцией автоподачи, и обработка может производиться в автоматическом режиме. В результате всех усилий у меня получились два вот таких замечательных блина. Наношу разметку под переставные винтовые ручки. Кстати, они сделаны из металла. Кому нужно, ссылку на такие ручки разных размеров оставлю в описании. В моем случае под резьбу М8. Кирню и сверлю. В одном из блинов, который будет снизу, нарезаю резьбу М8, используя спиральный метчик с AliExpress. А в том, что будет сверху, отверстие рассверливаю так, чтобы болт свободно проходил. Центральная часть поворотного механизма была готова, на очереди была внешняя часть, и вот какой способ изготовления я придумал. На стальную пластину был приварен кусок трубы. Поскольку его диаметр был мал, дополнительно по окружности были наварены отрезки квадрата, в результате чего диаметр шаблона стал равен внутреннему диаметру окружности блина. Для фиксации этой конструкции от проворота заанкерил ее на арматуру в землю. Стальной кругляк диаметром 16 мм прихватываю к основанию, накидываю рычаг в виде трубы и гну. Без прогрева металл пружинит и гнется с большим усилием. Для получения хорошего результата кругляк необходимо прогревать горелкой, что в дальнейшем я собственно и сделал. Это снимает напряжение и металл гнется ощутимо легче. Кстати, греть до красна тут совсем не обязательно. И мощности такой горелки тут вполне хватает. Кому нужно, ссылка на горелку будет в описании. Когда кольцо согнуто, его можно разрезать. Выравниваю и делаю фаски. Между двух блинов укладываю что-нибудь в качестве проставки, например, отрезной диск, и все хорошо стягиваю.
На данном этапе очень важно подложить подкладку. Ее оптимальная толщина примерно 1,5 мм. Кольцо максимально качественно провариваю. Сварной шов зачищаю. Полоса 4 на 20. Перед началом работы привожу в порядок с помощью кораллового диска. Собираю вместе детали основания. Под низ кладу подкладку, чтобы приподнять все это дело во время сварки. Прихватываю и постепенно оборачиваю полосу вокруг кольца. Обвариваю. После чего оборачиваю вторым слоем. Все мощно провариваю. Из обрезков фольги толщиной 10 мм вырезал два уха для крепления тисков к поверхности. Рассверливаю отверстие ступенчатым сверлом до диаметра 12 мм. Из металла толщиной 10 мм, сложенного вдвое, делаю губки. Точную подгонку также произвожу с помощью напильника. Полку подсменной накладки делаю из 10 квадрата. Перед сваркой тщательно очищаю поверхность металла коралловым кругом. Выставляю детали и собираю на прихватке.
Очень важно тщательно выровнять торцевые поверхности тисков. Именно туда будет приходиться основная нагрузка при зажиме. В центре пластины сверлю отверстие под шпильку диаметром 20 мм. При сверлении таких больших диаметров на самодельном сверлильном станке с двигателем от стиральной машины мощности катастрофически не хватало. Тем не менее, мало-помалу станок с этой задачей все-таки справился. Кому интересно, видео с обзором этого станка вы можете посмотреть, кликнув на подсказку в углу экрана. Для точного засверливания временно прихватываю переднюю крышку. В проделанных отверстиях нарезаю резьбу М5. Аналогичную операцию произвожу с задней крышкой. Отмеряю и отрезаю необходимый кусок шпильки. Делаю фаски и мощно привариваю гайку. Снимаю размеры и отрезаю необходимый кусок 42-й трубы. Теперь внутрь необходимо вварить удлиненную гайку. Чтобы избежать болтанки, приварил кусочки проволоки. Теперь гайка заходит плотно и находится точно по центру. Для качественного провара в трубе дополнительно сверлю отверстие. Теперь можно приступать к сварке. Торец трубы с другой стороны тщательно выравниваю и также делаю фаски. На задней крышке нахожу центр, куда будет привариваться труба. Выставляю и привариваю. Тут каждая сварочная точка способна перекосить всю конструкцию в свою сторону. В таких случаях для выравнивания необходимо ставить точки с противоположной от перекоса стороны. Именно таким способом я и выставлял трубу точно по центру. В данном случае проваривать детали можно только в продольном направлении. Любой поперечный шов на профильной трубе сразу же приведет к деформации конструкции и ее браку. Сварку произвожу на максимальном токе.
Как вы можете видеть, поперечные швы я не проваривал по вышеизложенной причине. Прежде чем приваривать губки, необходимо изготовить накладки. И тут каждый, кто решит повторить данный проект, должен остановиться и подумать, что для него важнее. Для меня в большинстве случаев куда важнее сохранность поверхности зажимаемых деталей. Именно поэтому я и не стал делать накладки из каких-то твердых материалов, например, листовых рессор. Изготавливать накладки буду из стального листа толщиной 16 мм. То, что накладки в процессе эксплуатации со временем будут повреждаться, меня волнует меньше всего. Это как-никак расходник. Наношу разметку и вырезаю. Размер накладок будет 30 на 140 мм. Временно фиксирую накладки к губкам на прихватке. Наношу разметку и сверлю отверстие диаметром 5 мм. Теперь прихватки можно срезать. В отверстиях губок нарезаю резьбу М6. Делаю углубление под головку винта. В идеале вместо сверла для этого нужно использовать циковку, но у меня ее просто-напросто нет. Фиксирую накладки к бруску и с помощью китайского транспортира наношу разметку под насечку. Ее я делал под углом 40 градусов. Беру болгарку с тонким отрезным диском и начинаю осторожно прорезать. В этом деле самое главное никуда не спешить, и тогда все получится четко. Заебись. Четко. Получается четко. У вас, действительно. Для удаления заусенец по насечке можно пройтись металлической щеткой на болгарку. Сменные накладки готовы. Прикручиваю их к губкам. Приступаю к сборке передней части. На шпильку насаживаю шайбу, а следом упорный подшипник. Далее крышка, шайба и две гайки. Выставляю зазор и контргаю гайки. Если для зажима в таких тисках вы не планируете использовать ударный инструмент, то такого способа фиксации будет вполне достаточно. Мне же после тестов пришлось дополнительно зафиксировать гайки от проворота на несколько прихваток к шпильке. С каким бы усилием я их не затягивал, ударный инструмент их все равно проворачивал, что приводило к пережиманию подшипника и блокировке вращения шпильки. Прикручиваю переднюю крышку. Губки с накладками максимально точно выставляю и в таком положении фиксирую струбцинами. Данную конструкцию устанавливаю на тиски и хорошо сжимаю. Только теперь губки можно приваривать. Такой способ может вам гарантировать, что уже в готовых тисках губки будут смыкаться идеально. Два блина основания стягиваю вместе болтами, чтобы минимизировать возможные деформации при сварке. Все точно выставляю и можно варить. Ну а теперь самое интересное. Поскольку поворотный узел был сделан, можно сказать, на коленке, без использования точных станков, то для хорошего результата его необходимо доработать путем притирки. Для этого на конические поверхности тисков наклеиваю кусочки наждачной бумаги. Фиксирую основание к столу и можно притирать.
По мере стачивания абразив меняю на новый. Притирку производил примерно полчаса. Как вы помните, неподвижная часть поворотного механизма изготовлена из 16-го кругляка. В разрезе это выглядит так. Наша задача – стащить радиус в точке касания и максимально увеличить пятно контакта. Благодаря этому при разжатых конусах тиски вокруг своей оси будут вращаться плавно и без закусываний, а при затягивании будут намертво фиксироваться от проворота путем расклинивания. Финальный штрих в постройке тисков будет изготовление воротка. Он будет сделан далеко не по классической схеме. Размечаю лист 10-го металла и вырезаю. С помощью малярной ленты снимаю форму гайки и переношу на заготовку. Шестигранное отверстие делаю путем высверливания маленьких отверстий по периметру. Незаменимый помощник в таких делах – это бормашина. Кому нужно, ссылку на такую оставлю в описании. Далее в ход снова идет напильник. Красота! Делаю отверстие под ручку и нарезаю в нем резьбу М8. Поскольку вороток у нас непростой, наношу разметку под еще одно шестигранное отверстие. Теперь весь лишний металл можно срезать. В тяжелой части ключа для лучшей балансировки сверлю дополнительные отверстия. Ну вот, тиски и готовы. Перед покраской произвожу полную разборку. Где есть доступ, поверхность очищаю коралловым кругом. Но где доступа нет, вход идет пескоструй. Поверхность он очищает шикарно. Покрываю поверхность грунтом. Вороток и основание решил окрасить в черный. А теперь небольшой лайфхак, как перелить краску из банки и не засрать все вокруг. Разбавляю краску и заряжаю в пульвер, тот самый, который я покупал на AliExpress. Это отличное соотношение цены и качества, а за те смешные деньги, что он стоит, аналогов ему в наших магазинах просто нет. При работе не забывайте использовать соответствующие средства защиты. Кому нужно, ссылку на такую маску также оставлю в описании.
Тканевой трубке изготовил ручку для воротка. Для защиты и красоты покрыл ее лаком. Ну вот и все. Тиски полностью собраны и готовы. А это значит, пора провести обзор и тесты. Итак, масса. Тиски получились достаточно увесистые, что, как я считаю, никак не недостаток, а наоборот, скорее преимущество. Тиски – это как раз та вещь, которая должна быть тяжелой. У меня их масса получилась почти 25 кг. Рабочий ход тисков 250 мм. Он напрямую зависит от длины отрезка профильной трубы, которую вы будете использовать. Общая длина тисков 45 сантиметров. Касаемо формы тисков. Углы я не стал скруглять специально. Так тиски выглядят более брутально. И такая форма мне нравится больше. Для поворота тисков достаточно немного ослабить зажимные винты. Вращаются тиски очень мягко, а при затяжке винтов намертво фиксируются. Вороток имеет два отверстия, центральное для быстрого перемещения губок, а крайнее для высокого крутящего момента и мощной затяжки благодаря увеличенному рычагу. Также для зажима и быстрого перемещения можно использовать ударный инструмент, например, гайковерт или винтоверт, как в моем случае. Зажимает он достаточно хорошо. Отрезок рельса массой 30 кг. Еще плюс 70. В качестве более длинного рычага зажму фаркоп. Такую нагрузку тиски держат, чего нельзя сказать про стол, сделанный из говна и палок. Ему на замену нужно будет изготовить мощный сварочный стол. Кому интересно на это посмотреть, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Из-за ржавчины профильная труба постепенно проворачивается. Кстати, ударный или импульсный винтоверт не стоит путать с обычным шуруповертом. Если в обычном шуруповерте такой треск означает проскальзывание муфты ограничения крутящего момента, то в импульсном винтоверте все с точностью да наоборот, и этот звук идет от работы ударного механизма. В момент каждого щелчка происходит тангенциальный удар. За счет этого крутящий момент импульсного инструмента во много раз превышает крутящий момент обычных шуруповертов. Также в качестве воротка с такими тисками можно использовать и обычный гаечный ключ или же трещотку. Небольшой, но немаловажный момент. Тиски были сделаны таким образом, чтобы неподвижная губка выходила за пределы края стола. Иногда это играет решающую роль при вертикальном зажиме длинных заготовок. По-любому, при просмотре данного видео найдутся люди, которые будут писать, что в тисках необходимо использовать только трапециевидную или же упорную резьбу. Отчасти я с этим согласен, но только тогда, когда речь идет о тисках заводского изготовления. В данной же конструкции тисков основной акцент сделан на доступность используемых материалов и деталей. Я думаю, не у каждого есть свой токарно-винторезный станок или хотя бы знакомый токарь, который смог бы выточить необходимый винт. Я использовал шпильку М20 с шагом 2,5 мм. Согласно информации из интернета, минимальное разрушающее усилие для такой шпильки класса прочности 4,8 составляет 96 кН или почти 10 тонн. Для той же шпильки, но уже 8 класса прочности, это уже 223 кН или почти 23 тонны. Также бывают высокопрочные шпильки 10 и 12 класса прочности, но в продаже они встречаются редко. Из этого следует, выбирать шпильку лучше всего максимального класса прочности, который вам удастся найти. Поскольку шаг обычной резьбы мельче, чем у трапециевидной,
то при приложении одного и того же усилия на вращение, на тисках с обыкновенной резьбой мы получим большую силу сжатия, чем на тисках с трапециевидной резьбой. Кстати, кому такая резьба не внушает доверия, настоятельно рекомендую к просмотру видео Джейсона с тестами различных тисков. Там его самодельные тиски, одни из немногих, выдержали жесткие тесты, а по силе сжатия с огромным отрывом превзошли все заводские аналоги. В общем, видео безумно интересное, и ссылку на него я оставлю в описании. Прежде чем выкладывать данное видео, тиски я тестировал в течение 5 месяцев для выявления всевозможных косяков. Кроме облупления краски в рабочей зоне губок, больше я ничего не обнаружил. К моему удивлению, накладки на губки, сделанные из обычной стали с металлобазы, показали себя замечательно и практически не смялись. Лично я данными тисками остался крайне доволен. Но если учесть, что они были сделаны без использования гидроабразивной резки и даже токарного станка, то полученный результат можно считать вообще шикарным. Кому данный проект понравился и кто решит его повторить, размеры моих тисков вы сможете найти в моей группе ВКонтакте. Ну а на этом данное видео подходит к концу. Если вам нравятся такие самоделки из металла, то обязательно ставьте лайк, и тогда я буду стараться чаще снимать что-то подобное. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы первым получать уведомления о выходе новых видео. Все ссылки вы, как всегда, сможете найти в описании под видео. А на этом у меня, пожалуй, все. Всем удачи и добра! Интересно, много ли тут тех, кто досмотрел это видео до конца?